Друзья, сегодня мы с вами рассмотрели понятие картирования процессов. Мы узнали, какие бывают виды карт процессов, линейные и кроссфункциональные. Выяснили, для каких целей применяются те или иные шаблоны. Картирование ⁇ это мощный инструмент для оптимизации любых процессов в любых организациях. Используйте и практикуйте его применение. Пусть сначала будет получаться не все. Но с опытом вы сможете разобраться со всеми особенностями этого инструмента и применять его в полную силу. Вы станете великим архитектором и повелителем процессов.